Негры, метал, стошка, гагры и космач – так неофициально называют жители Самары свои микрорайоны. А для того, чтобы узнать, как им там живется, создали проект «Открывая город». Горожане могли зайти на официальный сайт и заполнить анкету. Как отметила глава Самары Елена Лапушкина, этот проект позволяет узнать городское самочувствие и поможет в дальнейшем в принятии управленческих решений. Во-первых, это позволяет нам сконцентрироваться на проблемах, это позволяет не распылять ресурсы в разные места – и от этого мы получим все-таки, на наш взгляд, эффект наиболее весомый и ощутимый, что отразится в целом на благополучии наших людей, проживающих в городе, но и на качестве городской среды в том числе. «Открывая город» – совместный исследовательский проект с Самарской мэрией. С его помощью специалисты изучили, как выглядят границы микрорайонов Самары в представлении горожан и что они думают о тех местах, где живут. В проведенных экспертами опросах жители оценили качество медицины, экологии, образования, транспорта и благоустройства. Больше всего порядком довольны в новых микрорайонах города, таких как Южный город и Кошелев. Город очень сильно меняется, плотность округов. И было интересно посмотреть, насколько те избирательные округа, которые у нас в эксперименте были по местному самоуправлению 5 лет назад, вот насколько они сегодня актуальны и как они сопределяются с теми ментальными районами, которые мы определили. По итогу проекта готов рейтинг территории Самары по качеству жизни. Так довольны всем жители Ленинского и Октябрьского районов. Менее позитивная ситуация в Кировском и Железнодорожном районах. Мария Ильчан, Дмитрий Мешканцов, «События».